Рабочий визит в Атыраускую область депутата Сената Гумара Дюсембаева продолжается. Прибывший в Махамбетский район депутат ознакомился с работой товарищества с ограниченной ответственностью «Микен Чикен», после чего он осмотрел ход работ по берегоукреплению городища Сарайшык, строительство нового моста, модернизации детско-юношеской спортивной школы в районном центре Махамбета. Помимо этого, народные избранники провели встречу с активом района в здании филиала партии «Нур-Отан». Аким района Жардимгали Ахметов ознакомил гостей с социально-экономическим развитием района, который в этом году отмечает свое 90-летие. Между тем, сенатор Гумар Дюсембаев выслушал злободневные вопросы сельчан. В их числе вопрос путей упрощения уплаты налогов на добавленную стоимость, выплачиваемой при приобретении необходимой для сельского хозяйства техники, семян, удобрений. Были подняты вопросы финансирования проекта по берегоукреплению отпаводковых вод села Махамбет. К слову, в этом году строится 6 крупных социальных объектов. В их числе мост через реку Урал, дом культуры на 250 мест в селе Сары-Тугай, спортивный комплекс в селе Акжаик.